Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Не стала уже я выставлять все на стол. Сегодня такой выдался достаточно день тяжелый, если честно, уже просто не захотелось, вот честно. Покажу вам часть орхидеи, которую я взяла сегодня. Опять же, вы знаете, в тот раз я не ожидала, что за несколько часов буквально разберут все цветочки, в том числе и такое огромное количество каменных роз. Но все же разобрали. В этот раз мы взяли они в разную цену. В ценовой категории будут абсолютно такие разные. Как бабочки и обычные. И вот такие побольше беленького на лепесточках будет. Я не стала тоже опять же все выставлять. Уже убрала их в комнату. Несколько штучек поставила. Вот такие вот все-таки они такие. Вы знаете, каждый кустик, он не похож на другой. Вот буквально каждый кустик отличается. Также вот такую прелесть взяла. Смотрите. Ну как ее не взять, да? Вот такую вот. Вот так вот. Вот так. Вот такая вот интересная орхидейка. Цена у нее невысокая. Ну так, для разнообразия разбавить. Смотрю, такая недорогая. Думаю, надо взять, чтобы разбавить как-то. Так, потому что большие кусты. Ну, хотя это тоже такой кустик. Достаточно немаленький, корешки хорошие. Вот такие мэджикарты в этот раз очень крупные цветки взяла. Я мерила 11 сантиметров цветочек. Вот такие вот крупненькие. Прям крупные-крупные. Сейчас вот возьму аккуратно. Вот, посмотрите. Так, сейчас. Ну, видно, что они такие необычные, крупные. Стандартно они какие-то такие помельче. 8 сантиметров, 7, а это 11. Вот так что, кто любит крупноцветковые такие, пожалуйста. Далее. Фронтерки. И вот это вот очень мне понравилась орхидейка. Вы знаете, вот она... Сейчас я снимаю... Она такая какая-то в красноту бордовая. Ну, когда вот так на нее смотришь, она вельветово-черная. Вот реально, даже не знаю, вот камера не передает такие цвета. И когда делаешь фотографии, к сожалению, тоже. Вот, знаете, вот видите цветочек на камеру такой? Вот такой она и есть. Она такая вельветово-темная, такая темная-темная. Вот, наверное, прикрывать, что ли, надо, наверное, лампочка светит. Очень тоже красивая. Вот такие вот у нее лепесточки восковые. Название не написано, так что сорт я, к сожалению, не знаю. Но мэджики в этот раз, ну это просто. До этого вот еще цветоносики тут распустятся. Будет красиво вообще. Такие уже крупные бутончики, они не опадут. Такая вот тоже мэджик. Очень, я говорю, ну прям крупные. Меня прям это пленили эти цветочки. Вот. Так что, ребят, заходите в альбом. Из-за чего еще снимаю? Просто многие жалуются. Я не знаю, это уже как бы не во мне, думаю, причины в моей группе. Что не приходит уведомление, когда что-то новое выкладываешь в группу. Я как бы не сторонник вот таких небольших завозах выкладывать. Но... Люди некоторые просят, чтобы выкладывали все, чтобы они успевали заходить. И буквально сейчас я сделала альбом, скинула ссылочку в саму группу и стала сразу снимать, чтобы не было такого. Я зашла, пишут мне, а там уже все разобрали, уже ничего нету. Так что я сейчас быстро-быстро выложу это видео и думаю, что все, кто захочет что-то, тот приобретет. Вот такие вот красавицы. Вот. Ой, красота, конечно. Это такое яркое-яркое пятно салатовое. Так что, ребятки, заходим в альбом. Ссылочка на этот альбом будет под видео в описании. То есть вы можете сразу же нажать на эту ссылочку и попасть прям в альбом. Предыдущий завоз, вот где много орхидеек было, уже этот альбом закрыт. Уже все разобрали, стоит на просушке. И скоро поедет к своим хозяевам.
Ну а с вами была, как всегда, Аня Румянцева. Спасибо за просмотр, за внимание. Всем пока-пока.